республиканская молодежная акция «Цветы Победы» стартовала сегодня в Минске. На масштабном опен-эйре собралась молодежь со всей страны. Интерактивные площадки, экспозиции, выставка техники, флешмобы, караоке. Патриотический проект Белорусского союза молодежи развернулся на площадке у Дворца спорта. Акция приурочена Дню Победы, и каждый участник представляет на ней свой уникальный проект. По сути, это целая социальная кампания, которая призвана объединить молодежь и отдать дань памяти героям Великой Победы. А главным ее символом стал цветок яблони.